Всем привет, я Тушел, а это беспроводная игровая механическая клавиатура Thunder Robot KC3068. Продается клавиатура вот в такой вот небольшой коробочке. Дизайн достаточно простой и полон иероглифов, но в целом смотрится коробочка вполне привлекательно. Внутри клавиатура, ресивер, проволочный пулерки кикапов, USB-тайфи-провод и небольшая инструкция. Внешняя клавиатура выглядит приятно. Несмотря на то, что вроде это игровой борт, я спокойно вижу КЦ-3068 в какой-нибудь офисной обстановке. Дизайн строгий, приятный и показывать этот борт своим коллегам или тиммейтам совершенно не стыдно. Как вы, наверное, уже поняли, КЦ-3068 несколько меньше обычных бордов, И это действительно так. Тут 68 свечей вместо 104. Ну или иными словами, это 65% борт классического типа, где свечи прикрыты боковыми стенками корпуса. На левом торце клавиатуры сгруппированы переключатели режима работы, а также включатель и отключатель клавиатуры. Примерно там же находится USB Type-C порт для зарядки встроенного аккумулятора и для подключения борда, когда тот работает в проводном режиме. На переднем торце под блоком стрелок находится принт лого Thunder Robot, а на заднем торце наклейка, подсказывающая как что-то делать, что именно мне непонятно, так как все надписи выполнены исключительно из иероглифов. Для того, чтобы клавиатура не скользила по столу, предусмотрены 4 небольшие резиновые ножки. Есть и двухступенчатая регулировка наклона, причем выдвижные ножки тоже прирезинены, так что вне зависимости от наклона на столе КЦ-368 стоит уверенно и никуда не сползает. Материал ножек мягкий и он охотно цепляется за гладкую поверхность моего стола. Корпус собран качественно и проблем с литьем нет. Стыки ровные по всему периметру. Металлический плейт внутри придает борду достаточный уровень прочности и при печати клавиатура не пружинит, даже при максимальном наклоне. Лайаут, учитывая размер в 65%, немного ужатый и лишен некоторых привычных клавиш. У КЦ-368 нет блока нумпада и верхнего ряда кнопок F1, F12. Зато есть блок стрелок и весьма нужные мне для работы кнопки Page Up, Page Down и Delete. Из важного для игры хочется отметить большой левый shift, который мизинец находит без подсказок. Кикапы сделаны из ПБД пластика и символы накапа нанесены на боковую стенку. Шрифт вполне приятный глазу, но как вы уже поняли, кириллицы нет, поэтому придется печатать по памяти. Ну и определенные у меня вопросы вызывает кнопка Escape. Такое ощущение, что этот кап принадлежит какой-то другой модели клавиатуры, так как шрифт на этой кнопке ну никак не похож на то, что используется на других клавишах. Стенки капов достаточно толстые, а их верхняя поверхность приятно шершавая. Но и учитывая, что это ПБТ пластик, то и следы износа будут появляться тут медленнее, чем на стандартных ABS кикапах. Конечно, шайна на ПБТ пластике можно добиться, но все-таки для этого потребуется больше усилий и времени в сравнении с ABS решениями масс-маркет клавиатур. По непонятным мне причинам у КЦ-368 есть полноценная RGB подсветка. Зачем она беспроводной клавиатуре, у которой не просвечиваются символы на капах, я не знаю, но она есть. Есть несколько эффектов свечения и можно через комбинацию клавиш ими играться. Но какой эффект не выбери, это не изменит того факта, что диоды в КЦ-368 среднего качества и им немного не хватает яркости и насыщенности цветов. А вот к плавности переливания я вопросов не имею, переливается все плавно. Верцает подсветка, кстати, только на камеру. Глаза же видят равномерное свечение, которое плавно переливается от цвета к цвету. В качестве свечей в КЦ-368 стоят синие свечи собственной тандер роботовской разработки. Скорее всего, это, конечно, ребрендинг каких-то известных свечей, так как мне слабо верится, что у компании есть своя фабрика по изготовлению свечей. Но подтвердить или опровергнуть это я не могу. Если вы знаете, что тут за свечи, пишите в комментариях. На данный момент клавиатура доступна только синими свечами, хотя вроде как в скором времени будет доступна и версия на обычных красных. Сами свечи неплохие, нажатие без эффекта песка, пружины работают тихо их сила слабо отличается от кнопки кнопки. Во всем же остальном стандартный синий свеч, который и тактильный и который еще и щелкает. Стабилизаторы это плейтмант черетипа. Если вы сейчас внимательно посмотрите на ваши экраны, то заметите, что стабилизаторы смазаны, отчего работают они относительно тихо. С задачей собственно стабилизации они справляются отлично. Длинные клавиши не перекашиваются и не залипают, даже если нажимать на самый край капа. Ну а теперь давайте послушаем, как клавиатура справляется с печатью. Итак, основная проблема борда – это звенящий звук от верхнего плейта. Этот звук перекрывает даже громкую работу свечей. Кстати, к самим свечам вопросов я не имею. Свечи вполне себе хорошие и пользоваться таким вот свечом мне было вполне приятно и привычно. Стаба тоже нормальная. Да, кое-где слышно чуть больше лишнего, чем хотелось бы. Но в общем целом достойная работа. Хотя все равно акустически из-за резонанса клавиатура мне не очень понравилась. С игрой все тоже нормально. Костинга нет. Синий свеч, конечно, не идеален для игр, но проблем с пробежками в дюре я не испытывал. Так что играть на КЦ 3068 реально. Подключается к компьютеру клавиатура через USB Type-C провод с угловым штекером. Провод вполне обычный и особо ничем не запоминается, кроме, собственно, углового штекера. Комплектный провод можно легко заменить на любой другой, благо порт на клавиатуре не утоплен. Но вот с прямым коннектором комбо клавиатуры и провода смотрится так себе. Впрочем, можно обойтись и вовсе без провода. КЦ-3068 позволяет работать как и в режиме синего зуба, так и на частоте 2,4 ГГц. Причем в режиме работы Bluetooth а можно клавиатуру использовать сразу с тремя девайсами, так как в клаву зашито сразу три Bluetooth профиля. С 24 ГГц все скромнее. В комплекте идет один ресивер, и куда вы его обохнете, туда и будет идти сигнал. К качеству связи я вопросов не имею, что Bluetooth соединение, что обычное беспроводное, все работало так, как и должно. Внутри корпуса расположен аккумулятор на 1900 махов. Насколько полного заряда хватает, я сказать не могу, так как за неделю тестов с выключенной подсветкой я так и не смог разрядить эту клавиатуру. Но логика подсказывает, что в игровом режиме и без RGB такого объема банки должно хватать на очень долго. Софт для настройки клавиатуры есть, но он на и китайском, и лично мне в нем ничего не понятно. Поэтому если вам сильно нужен софт для кастомизации борда, то ставим на телефон Google Translate и переводим с помощью камеры китайский на привычный всем нам хинди. Впрочем, софт ставить совсем не обязательно. Никто не запрещал нажимать кнопку FN и комбинировать комбинации. Что и как написано в инструкции, которая тоже на китайском, и на которую тоже надо наводить камеру телефона с переводчиком. Но я думаю, если вы склонны покупать клавиатуры с Али, то к таким вот увлекательным процедурам вы, наверное, уже успели привыкнуть. Но и так получается, что это все, что я вам хотел рассказать про эту клавиатуру. Из позитива стоит, конечно, отметить красивый строгий дизайн, хорошие ППТ капы и возможность работы как по проводу, так и по Bluetooth, так и по стандартному для игровой периферии протоколу, работающему на 2,4 ГГц. Свечи непонятно от кого, но они вполне нормальные. Какого-то дискомфорта при наборе текста или при попытках сделать стрейф-джамп я не испытывал. Стабилизаторы тоже нормальные. Да, они не эталонно тихие, но зато смазанные и со своей задачей стабилизировать длинные клавиши справляются на ура. Корпус прочный и двухступенчатая регулировка наклона тоже приятный бонус. В конце концов есть даже RGB подсветка, которая что-то там подсвечивает. Но минусы у клавиатуры тоже есть. Во-первых, это сильный резонанс плейта при печати. Этот звон, ну, реально очень сильно отвлекает. Второй минус – это отсутствие локализации. Да, многим кириллица не нужна, а многим нужна. И тем, кому она нужна, будут не особо довольны ее отсутствием на КЦ 368 про странный шрифт на кнопке Escape я уже говорил, явно этот кап не от этой клавиатуры. Но основная проблема клавиатуры заключается в цене. На Али этот борт стоит порядка 6-7 тысяч рублей. И это за борт размером в 65% на неизвестных свечах с посредственной подсветкой и с полным отсутствием локализации. Нужно ли оно вам? Решайте сами. Ну а я бы сделал выбор в пользу нашей розницы. Ведь у нас в бюджете около 5 тысяч рублей много достойных клавиатур. Да, они будут проводными, это факт. Но все равно, за отсутствие провода я не готов стольким жертвовать. Но все люди разные. И возможно именно вам захочется прикупить себе беспроводных китайских приключений. Ну и на этом, пожалуй, все на сегодня. Не забывайте про лайки и подписки. Если хотите, то мой труд можете поддержать прямым донатом или покупкой коврика от Custom Made. Ссылки на это все есть в описании под этим видео. В общем, как и всегда, с вами был я, Тушел. Всем пока и до скорых встреч на канале про девайсы.